МВФ не знает, когда отправит миссию в Украину. Представитель МВФ Уильям Мюррей в настоящее время не имеет каких-либо временных ориентиров относительно прибытия миссии в Украину. Международный валютный фонд не может точно назвать дату прибытия миссии в Украину в рамках четвертого пересмотра программы МВФ. Об этом сообщил официальный представитель фонда Уильям Мюррей сегодня, 1 февраля, в Вашингтоне, пишет Интерфакс Украина. «У меня отсутствуют какие-либо сведения относительно прибытия миссии. Соответствующее время еще не было определено», — сказал он. Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину в середине февраля. По материалам сайта news.com.